Библиотхекен, мен эргон калумен, ого полустон геленон, митхон экзистим атхейн, апотес космо ахес михитон метатон энтроя полемон. Библиотхекен, это, я так понимаю, название в аккузативе. Мы называем библиотекой работу. Ну, творение, можно сказать, да, произведение. Труд. Труд. Ого, так многих. Многие из греческих мифов. Вот это слово. Что значит? То есть, возможно, да. С помощью которой можно? С помощью которого можно многие из греческих мифов узнать, как бы изучить. Да, да. От начала Вселенной. Ну, мира, да. Вплоть, да, Михри? Да. Вплоть до после Троянской войны. Или вплоть до времен, которые были после Троянской войны. Да? Можно так сказать. Тон. Или вплоть до событий после войны под Трою. Наверное, так, да. Угу. Так, Марк, пожалуйста. Томен эргон голон ук эхомен, аламонон трия мере, кай эпитомен тина. Эпитомеде гар микрон эргонестин, го антропостис, каталегон, тахеос ди эрхетай, та эн ало тини эрго, мейдзони энонта. У нас нет всего этого труда, сочинения, но только три части и эпитоме, как мы... Это слово «эпитома» встречается применительно к античным произведениям довольно часто. Эпитома — это сжатое содержание, насколько я понимаю. Такое сжатый пересказ. Да, сжатое изложение. А, да-да. Ну, и какую-то эпитому. Эпитома же — это короткое сочинение, с помощью которого какой-то человек... Диэрхета — это про... Сейчас уточню. Проходит по... перечисляет, как бы, перебирает в таком смысле. Излагает, может быть, тоже. Каталегон тахеос. Быстро. Каталего. Каталего. Так. Тоже, в общем-то. Может быть, делая выборку, да? Такую вот. Выбирая самое главное, может быть, да? Или просто рассказывая, не знаю, излагая. Быстро проходит. Да, получается, как, да, как синоним немножко диэрхомай. То есть, в котором какой-то человек... вкратце пересказывает, короче. Да? Пересказывает вкратце, наверное, так сказать, да. И то, что в каком-то другом, большем труде находится. Да, энон — это энэйми, да, находится в, находится, содержится, да, буквально. В каком-то другом больше труда. Да. Вот, например, я сколько помню, каждая книга Тита Ливия сопровождается кратким изложением в начале, которое было написано даже, не знаю, не уверен, что самим Титом Ливием. Вот. Или, знаете, я даже как-то читал какую-то эпитому, какой-то истории поздней, да.
При том, что часто бывает так, что и питомы сохранился, а базовое сочинение крупное не сохранилось. Осталось только краткий пересказ. Да. Угу. Так, Евгений, вы пришли? Да. Читайте тогда. Хоть осмен кого христонос, патриархас легий, хоть этендетен библиотекан, аполлодоростис эгропсен. Аутос дего фотиос плейстатон архайон мютон апотутуту аполлодорум, кай ап алан перитон де грапсантон нудексас, гомион эрган кай то ауто онома эхан эгропсен. Значит, Фотий Христианос. У вас там что, стакан с квасом, да, такой? У меня с кофе. Да, это патриарх Фотий, да, известный такой человек. Да. Патриарх Фотий говорит, что, значит, некий Аполлодор написал эту вот библиотеку. Сам же Фотий большую часть древних мифов от этого самого Аполлодора и, значит, от других написавших насчет этих вещей собрав, значит, написал подобную работу, имеющую то же самое название. Да, видимо, питому, да? Так, ага, спасибо. Так, Александр, вам придется длинное читать. Ну, давайте до точки, да. Несложный текст вроде. Гой де Сафой, гой нюн уфаси тон Аполлодорон, тон атхенайон грамматикон эйнай, тон андра гостен библиотхекен эгрепсен, Гнорисантес энте ауту диалекто полатон эпигеноменон айонон. Уту хрону готе Аполлодо ростис грамматикос кай атхенайос бион диеген эн Александрея кай Пергамо тудету Аполлодору та эрга аутагемин ух юпархей гигноскумен де диа Аполлон аулон. Гой, логус поесентес, периауту кай перигон эграпсен, прос гемас гененкон меретина. Эненкон, только не гененкон, а эненкон, да. Так. Значит, а мудрые, которые сейчас не говорят... Нет, это повторение артикля. Современные ученые. Ага. Ну, или мудрецы, если хотите. Да, в общем, знаете, Секундочку, вот это интересно, кстати. Как вот ус фаси переводится? Как вот ой? По-правильному, как это переводится? У фаси. Отрицают. Может, отрицают? Да, точно. А современные ученые отрицают. Что они отрицают? Что Аполлодор афинским грамматиком был. Нет, что он был тем... что Аполлодор Афинский был тем филологом, который... который написал вот эту библиотеку, что ли? Да. Современные ученые отрицают, что Аполлодор Афинский был тем самым грамматиком, мужиком, то есть филологом, который написал вот эту самую библиотеку. И еще причастие конъюнктум к мужикам, к современным ученым, видимо, Гнорисантес, да? Ага, Ридзо, да. Которые... А как, почему, знаете, по части конъюнктум, как я всегда говорю, оно обогащает наше предложение. А почему они отрицают? А потому что они гнорисантес, видимо. Потому что уже знакомы. Ну, знают. Может быть, они как бы в тексте обнаружили, да, узнали. А. Узнавать и познавать, ну да, наверное. Ну, сейчас давайте до конца перейдем, потом все это уточним. Да. В его диалекту
Ну, в его диалекте, в диалекте его. Все-таки диалект. В языке его, ну, да, скажем так, этого сочинения. Что они там обнаружили, Гнорисон-то с пола? Да, многое тон эпигеноменон айонон. Так, нет, ну что это за слово? Айонон. Век. А, айон, просто. Все, ну, поколение, понял. Век, да. Да. Только какой век? Эпигеноменон. Эпигеномай. Наступивший. Случившийся, наверное, прошедший. Да. Наступивший после. Ну, то есть, понимаете, о чем речь тут в этом предложении, нет? Что нашли, в общем, что-то из диалектов, которые были до, нет, или после. После, после. Вот, а после. Ну, вот те люди, которые вот считают, что слово о полку Игореве было написано в 18 веке, поздно, они находят, якобы, по их мнению, в этом тексте какие-то вещи, которые, ну, по их, может быть, они не правы, которые появились уже после Средневекового. Ну, то есть, ну, некоторые писатели с этим играют, они вставляют в свои тексты средневековые или античные предметы из современного мира. Да? Вот, консервную банку, наверное. Вот, представьте, если вы читаете у Геродота где-то про консервную банку, вы понимаете, что это место написано не Геродотом, потому что консервных банок тогда не было. Вот то что-то такое имеется в виду. То есть, обнаружив в его языке, языке этого текста, да, много как бы примет последующих поколений, последующих времен. Я так это понял, не знаю, может, я не прав. Ну, давайте дальше. Уту. Я согласен, да. Да. Не в времени, когда Аплодор некий. Некий Аплодор грамматик. Филолог или грамматик, да, когда некий Аплодор, да. И афининин, да? Да, и афининин. Что делал? Ну, как бы вел жизнь, да. Ну, жил, просто жил где? В Александрии. И Пергаме. Да. Да. Они находят там какие-то элементы поздних времен, а не того времени, когда жил тот самый якобы Аплодор. Так, еще тут. Вот. Работы, труды вот этого Аполлодора. Да. Аута. Это же сами среднее родное число, да? Ага. Сами труды. Да. Сами. Ну, нам... непосредственно сами это труды. Как сами знаете, да, как с Эзопом и Бабрием. Вот мы читаем сказки Эзопа, басни Эзопа, но на самом деле они не Эзоп, они Бабрия. Бабри, который просто изложил басни Эзопа. А сами сочинения Эзопа или Аполлодора, вот эти, да, непосредственно Терга Аута. Или, может быть, здесь имеется в виду рукописи, я не знаю. Ну, не знаю. Ну, пускай сами труды Аполлодора у нас не... У нас не были, ну... Нет, сейчас. Ну, да, нет, сейчас. У нас они отсутствуют. У нас трудов самого самих трудов Аполлодора вот этого у нас нету, просто они отсутствуют, не сохранились. Но гигноскомен. Но мы знаем. Да. Через многих других, угу. Которые которые, ну, сложили какие-то там, в общем. Логосы. Ну да, сочинение, да. Сочинение о нем и о том, что как бы написал. Да. Тут хочется добавить, которые до нас. Мерус, вспомнить. Так, это часть. Часть. Это вот эти гой, да? Которые какие-то. Да. Что они. Что такое вот это Эденкон, давай с этого? Это Феро в этом. Правильно, правильно. Донесли, принесли, да. Части. Какие-то части, которых донесли до нас.
Да, к нам какие-то части донесли. Мэрус склоняется как генос, это плюралис. Тина это плюралис среднего рода. Имеется в виду, видимо, как с Гераклитом, да, что какой-нибудь Ипполит Римский сохранил для нас фрагменты Гераклита, просто их процитировав. Вот тут имеется в виду, видимо, это, да? Так, давайте, пожалуйста, сейчас Марк, да? Отсюда. Можно... Кажется, Евгений нет. Не, все-таки вы сейчас. Я? Дио ментой эсан ауту эрга. Та хроника кайто перитхеон. Энде то протеро кателеге та геномена апо ту полему ту паратен троян мехри тон ге ауту хронан. Ну, ментой, конечно. Ну, ментой по-разному может переводиться, давайте посмотрим. В зависимости от... Либо, конечно, либо однако, видите? Знаете, как в французском слово jamais, да, оно переводится всегда или и никогда. В зависимости от контекста. Так и здесь, видите, либо утвердительно, либо наоборот противительно. Наверное, однако, да? Однако. Или я не знаю, честно говоря. Однако. Давайте не будем переводить из вредности. Да, хорошо. Было. Так, значит. Было два его труда. Хроника и о богах. В первом он излагал или ну излагал кстати, вот это я происшедшее. Я привел как событие, да? Ну как хотите, или события. Да. Да, события от Троянской войны до его времени. До его времени его самого. Да, от войны под Троей до его собственного времени. Так, маленькое было. Давайте. Ну давайте до сюда еще, да. Энмен ун то деутеро нютхус эутактос сюлексас эгропсен. Эксегесас дух госпергой полой τον ποιητών, αλλά μάλλον περιρώμενος τας αιτίας των μιούτχων εωρέιν εν ονόμασι καί λόγοις αρχάιες καί εν πράγμασι βασιλέων καί ανθρώπων γους των επιταχρόνων γοι έλενας τχιούς ενόμιζον εινέι. Так. А во втором, стало быть, во втором описал, записал мифы, ну, как-то стройно собрав их, объясняя или рассказывая, рассказав не как многие из поэтов, ну, но больше пейроменос, так. Ну, скорее стремясь, да? Стремясь. Скорее, да, мало. Да, скорее стремясь найти причины ну, этих рассказов. Мне кажется, можно как мифы переводить. Потому что на русский язык, по-моему, его сочинение перевод как мифологическая библиотека. То есть такой кун тех времен, да? То есть причины мифов найти, да? В пытаясь найти причины мифов в и в именах, и в древних словах, и в делах царей, и нет. Басилеон, да, царей и людей. Ну, видимо, обычных людей, да. Просто людей. Эномисдон там дальше, да? Да. Которых греки считали богами в... наверное... Так, то на эпитахроном аккузативе. Наречном, в позиции. Значит, последующих, ну, да. Греки последующих времен, последующее времени, да, считали богами.
Ну, я привел это просто впоследствии. Которых впоследствии греки считали, что они являются богами. То есть он пытался какое-то найти научное, естественное объяснение всем этим мифам, видимо. Так, Евгений, да? Экдун тинас то эрган эгенато халипонести нейпейн. Угараполодорос гоатенаюс ауто эгрепсен. Гоюн сафой гойнун. У капистамина тистус де тус мютхус сюнелексен. Ономадзуси тонтен библиотекен грабсен та псевдо аполодорон. Эмонун аполодорон. Гоун аполодорос апархесту косму диегейтей тус мютус. Малиста кататон гомерон гесиудон айсхюлон сапоклея еурипиден кай аполлонион тон родион ал уус паниус эклабон логус экс алантинон. Значит, ну, видимо, первый эк это просто из от, как бы от кого произошла вот эта работа, трудно сказать. Ну, это не очень понятно. Да, с кого? Наверное, кто написал вот эту библиотеку? Да, я это имею в виду. Ну, ладно. Ведь ее написал не Аполлодор Афинин. И нынешние мудрецы, не зная, кто эти мифы собрал, называют, значит, того, кто написал библиотеку, псевдоаполлодором. Или просто Аполлодором. Да-да, именно так. Значит, вот этот вот Аполлодор рассказывал мифы от начала мироздания, а в первую очередь, ну, как бы по мотивам, видимо, кота. Да. Гомера, Гесиода, Эсхила, Софокла, Еврипида и Аполлония Родосского. Который Аргонавтику написал. Да? Но... сейчас... Но нередко, да, беря, ну, вот эти какие-то сказания или там истории из каких-то других людей. Да, людей, источников, да. Так. Ну, давайте, Александр, полностью. Мы помогать будем. Все. Кота космонде гоймютхой кентай энто эрго гутос. Теогония таперитон ту дейкалионос технон таперитон тес Европес, кайтон тукадму, агенрос гюйон. Перитон экпилазгу геноменон, перитон эксатлантос текнон, перитон экс асопу геноменон, метаде таута каталегон василеас, кай прагмата атхенон диерхетай, кай телос экзегейтай та ту Пелопос, кай Тапротроиас, кай Перитон Эпналдхонтон, эйс Патрида Метатон Полюмон Госпер Периту Одюсеос, геде Эпитоме тату Тхесеос эрга Диегейтей. Так. Катаскузативом, да? То есть... Во вселенной мы одни. Эти мифы как-то это находится, да, лежат. Я не знаю, катакосмос, может, что касается мира, может быть, что касается мира, мифы лежат.
расположена, наверное, да? Мифы лежат в этом, ну, в труде, в этом. Давайте дальше перейдем, вот этот катакосм, уточним, если надо будет, да? Да. Значит, в этом труде лежат так. Да, да, да. Теогония. Та перитон. Та это. Вот. Ну, это для обобщения используется, видимо, здесь. Хорошо. Да? О чем? О детях Девклеона. Да. Его же так зовут. Девклеон, да. О его. О сыновьях Европы и Кадма. Агенора. Угу. О. Тон. От Пелазгов. О, от Пелазгов родившихся, что ли? Ну, видимо, да. Возникших. Видимо, да. Только от Пелазга. Да, от Пелазга, не от Пелазга. Кстати, вот этот Тукадму Агенорос. Агенор — это же отец Кадма. То есть от Кадма Агеноровича, что ли? Видимо, так. От Кадма сына Агенора. Детей из Кадма сына Агенора, да? Так, если я не ошибаюсь. Угу. Да. Да. О детях Атланта, что ли? Экс-Атлантус. Ну, видимо, да. Атлас. Да, так. А это кто, Титан? Детях из Атласа. Может, это про горы? Да-да, а детей от Атланта. Да, а вот тех, кто еще родился от кого? Экс-Асопу? А Асопу? От Асопа? Нет, Изопа. Значит, Метады Таута, Каталегон. После этого Катадайго. Ну вот это было уже у нас, да? Это излагать, что ли, как мы переводили? Перечислять, может? Да, перечислять, называть. Угу. После этого Басилиас. Басилиас. Я вот не по. Это двор или. Не, Басилия — это царь в единственном числе, в аккузативе, а это во множественном числе. А потом перечисляют царей. Царей. Это царь. Угу. После этого перечисляют царей и дела. Угу. И дела Афин. Афинин рассказывает, да? Афинин. Да. Дирхумай. Наконец, да? Да. Наконец, Гзегеомай. Гзегеомай. Ну тоже повествовать. Что такое? Повествует о делах, Пелоп, может быть. Да, о делах Пелопа или Пелопос. Угу. Да. От которого Пелопоннес и назван, видимо, да? И перед. И какие-то дела перед Троей. То, что перед Троей было, или видимо, до Трои, перед Троянской. Не знаю. До Трои. Угу. И о Эпанерхомай. Угу. И о каких-то вернувшихся на родину с войны. После войны, да, после войны. Да, после войны. Ну, как Одиссей, да, например? А, вот там дальше, да. Дальше написано, да, Госпер перепрыгнул. Да. Как, например, да? Как о Одиссее, да, например, как об Одиссее, ГД, Питома. Да, называйте так это, и Питома, или краткое изложение? А краткое изложение, или не А, ну ладно. Краткое изложение, да, тут, работу говорю, трудов, подвиги еще могут быть, деяния, подвигов Тесея, Диегейтой,
Дея. Ну, рассказывает. Да. Излагает. Диегесис, да? Смотрите, диегеума — это то же самое, что по-латински нарро, запомните. Вот есть такое слово, латинский глагол нарро. Рассказывать. Он очень популярный в современной гуманитаристике, скажем так, да? То есть такое слово нарратив. Да? Нарратив — это рассказ. Это калькас, на самом деле, с диегеумой, по сути. Нарация. Так, а что такое все-таки катакосмос? Катакосмос вначале. Как бы это лучше перевести? Ну... Имеется в виду мир или имеется в виду строение книги его? У кого есть версии какие-нибудь? У меня что-то нет версии. Может быть, просто по порядку? Никого нет версии, да? Да. Да, вот смотрите, катакосмон, видите? В порядке, как следует, благопристойно. То есть они у него... не накиданы в кучу, в мешок эти сказания, они у него по порядку идут выстроены, то есть есть структура у его сочинения. Значит, эти мифы, они лежат в его сочинении вот таким образом по порядку. Сначала Теогония и так далее.